Радио Динамит FM. Storm Crew и АК-47 представляют. Каждую среду в полночь программа «Шторм». «Шторм». Все о драм-н-бейс-музыке. Последние релизы, дабплей, информация из первых источников. Ведут программу «Диджей Грув» и «Диджей Дэн». Друзья, точнее, доброй ночи. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, это прежде всего добрая ночь. Я вас всех приветствую на радио Динамит FM со среды на четверг. В эфире появляется программа «Штурм», которая рассказывает о самой прогрессивной электронной музыке. Drum and Bass. Я приветствую всех любителей ломаных ритмов. И также людей, которые любят абсолютно новую и ни на что не похожую музыку. С вами вместе ассоциация Storm Crew и АК-47. Меня зовут Грув, я с вами буду до 2 часов ночи. Спасибо диджею Дэну за прекрасный сет. Ну что ж, сегодня много очень интересной музыки, новой музыки. И также сегодня у нас в гостях диджей Профит, который же сейчас находится за вертушками. И диджакей и музыкант Logical. Сегодня у нас, можно сказать, радио препати перед главной вечеринкой. Летней вечеринкой, клубной вечеринкой, которая должна состояться 26 июня, в эту субботу. 12 часов драм-н-бейс музыки. С 6 вечера до 6 утра. С вами диджакей, Profit, Logical, Paul B, драмер. И также, конечно, безусловно, звезда из Венгрии и Англии. SKC in the house. Сразу прошу всех прощения за прошлое воскресенье.
Нас подвела типография, к сожалению, мы не смогли раздать флайера. Поэтому вот сейчас флайера абсолютно точно уже есть. В этот четверг возле памятника Владимиру Владимировичу Маяковскому. 19.00. Завтра, то есть. Все, кому не хватает флайеров на 26 июня на Make Summer Party. Мы вас всех-всех-всех завтра ждем. В 7 вечера возле Мейка. По поводу 26 июня билет стоит с флайером 250, без 300. Мощнейший звук. Отличное настроение в преддверии окончания лета, даже середины, преддверии середины лета. Окончание будет в августе. Ну что ж, еще раз напоминаю, сегодня у меня в гостях DJ Profit и Logical. Pre-party, make summer. Здесь, в России, точнее, в Москве. Ассоциация Storm Crew играла вместе с ним. Напоминаю, что 26 июня Make Summer Party состоится в клубе Депо 2000, находящемся по адресу Новосущевский переулок, дом 6. Метро Новослободская-Савеловская. 5 минут от метро пешком. Радио Динамит ФМ, Шторм Крю и АК-47 представляют программу «Шторм».
ритме современной танцевальной музыки. Это радио Динамит FM и программа «Шторм». Metalheads Records, Raffage Crew, некогда друзья, Роб Плейфорд и Голди вместе писали и работали, делали музыку, но потом окончательно рассорились. В результате чего? 50-й релиз Raffage Crew. Трек называется Angel, это TB ремикс. Прогрессивном направлении в музыке, слышать то, что раньше и представить себе не могли. Настройтесь на волну Динамит FM и слушайте программу «Шторм».
Rewinder. Сегодня гость в нашей студии DJ Profit. Кирилл, привет! Привет! На пиво нет! Мне нравится вот этот, как всегда, вот этот голос комсомольского вожатого. Всегда радостный, всегда светится, всегда... Скажи мне, пожалуйста, сегодня исключительно у тебя такой новый материал. Я смотрю, свеженькие пластинки, еще не пилены до конца, да? Да-да-да, вот пришел их сюда первый раз пилить. И вот хочу сразу сказать, что это наконец-то вышел релиз на Fear Red Recordings, да, Тём? Да, это... Как? Fear Red Recordings, первый релиз питерского музыканта Диссидент. Диссидент и Рафан, вещь называется Last DNA Donor. Я за них рад очень. Мы все за них рады. Слушаем их первый релиз. Прошло 20 минут программы «Шторм». Не забывайте, дорогие друзья, о нашем пейджере 755-6575, абонент «Динамит». Задавайте свои вопросы по поводу предстоящей акции 26 числа. И не забудьте о том, что ближе к часу ночи мы разыграем один бесплатный билет на акцию Make Summer. Никуда не переключайтесь, это радио Динамит FM, программа «Шторм», мы с вами вместе. Программа «Шторм» рассказывает о самой прогрессивной электронной музыке всего мира – Drum and Bass. Drum and Bass. Программа «Шторм» на радио Динамит FM. Еще раз всем добрый вечер. Почему добрый вечер, мне хочется сказать? Потому что для меня это только вечер, для всех уже глубокая ночь. Очень много людей сейчас спит. А чисто самые продвинутые сейчас не спят. Сейчас «Шторм» слушают. Кирилл, может, ты оденешь рубашку?
Я еще раз хочу сказать, что здесь сегодня у нас в гостях DJ Profit, который работает за вертушками, и Logical, который поставил свою первую вещь. Я тебя приветствую, Артем. Привет, Жень, всем тоже. Всем тоже привет, он здоровается со всеми. И сейчас будет back-to-back. Profit и Logical будут играть. Давайте с вами понаблюдаем и послушаем. Первый трек, проект Hive, вещь называется Neo. Помните Hive, вот тот самый, на который делал Dillinger Remix? Давайте с вами слушать. И потом мы с ребятами немножко поболтаем. Logical за вертушками. Те, кто не знает, здесь сэмплы из кинофильма «Матрица» в этом треке. Проект Hive. У него был трек «Serial Killer». Сейчас вот новый трек, который называется «Neo».
побольше. Композиция называется «На злобу дня». Силикон. Еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях программа «Шторм», диджей «Профит» и диджей «Лоджикал». И я хочу вам всем напомнить о мероприятии «Make Summer» в эту субботу, 12 часов, драм н бейс музыки. SKC, Groove, Paul B, Profit, Logical, Drummer. 12 часов, драм н бейс музыки с 6 вечера до 6 утра в депо 2000. Не опоздайте на самую главную клубную вечеринку. Drum n Bass.
TV. Проект Tech G. Photic Records. DJ Profi за вертушками. Называется «Gunseller». Программа «Шторм» на радио «Динамит FM». «Drum and bass is in your face». We'll be right back.
сторону продолжается. Следующий трек Back to Back. Прямо здесь живем в студии. DJ Profit Logical. Проект Fusion. Вещь называется Pulsar. Volume 2. Проект Fun Parol. Вещь Something for the Dance Floor. Ремикс Таки из Кайнета.
Программа «Шторм» продолжается. Мы с вами слушаем трек российского музыканта Logical. Он называется «Ecstasy Influence». Listen, listen up.
мероприятие 26-го. Поступают вопросы на наш пейджер, где можно достать флаера. Еще раз напоминаю, что завтра в 19.00 метро Маяковская, памятник Владимиру Владимировичу Маяковскому. Ровно в 7 вечера вы можете получить свежую порцию флееров на 26 июня, на эту субботу. Make Summer Party. Играет трек российского музыканта Prokit. Вещь называется Proportion. Программа Шторм. Радио Динамит FM. Listen up.
Сейчас делается на данный момент на драм-н-бейсовом рынке в Англии. Очень огромное количество людей понадкрывало новых лейблов. И как завоевать признание, заказать ремикс очень хорошего исполнителя. Проект Type Cell, вещь называется Astrocubic. Ремикс сделал Кемаль. Все достаточно просто. Давайте с вами послушаем The Brand New в программе Шторм.
Проект Gridlock. Трек называется The Search. И как я говорил, ближе к часу ночи мы разыгрываем один бесплатный проход на акцию, на субботнюю акцию Make Summer. В эту субботу, 26 июня, 12-часовая драм-н-бейс вечеринка. Телефон 742-9552. 742-9552. Make Summer в депо 2000. Начало в 6 вечера, заканчивается все в 6 утра. Звоните. 742-9552. Десятый дозвонившийся получает бесплатный проход. Sun Chase. Так называется Fear Choice. We'll be right back.
Если вы хотите знать о самом прогрессивном направлении в музыке, слышать то, что раньше и представить себе не могли, настройтесь на волну Динамит FM и слушайте программу «Шторм».
Шторм гости. Диджей Профит и Logical. Следующий трек. Проект Fusion. Трек называется «Вандализм». Trans Global Recordings. Не забывайте о том, что завтра в 19.00 те, кому не достались флеера на 26 июля, на эту субботу, на акцию Make Sama, 12 часов драм н бейс музыки. Завтра ровно в 7 вечера возле памятника Маяковского вас будут ждать для того, чтобы раздать свежую порцию флееров специально для вас. Special for you, special for us. Никуда не исчезаем. После этого будет еще горячее. Если вы хотите знать о самом прогрессивном направлении в музыке, слышать то, что раньше и представить себе не могли, настройтесь на волну Динамит FM и слушайте программу «Шторм». По-прежнему программа «Шторм». Чек-чек. В гостях у нас диджей Профит и Logical. Logical сейчас сам расскажет о своем новом треке.
Но трек, точнее, не мой, а проект Overturn, в котором я принимаю непосредственное участие. Также вторым человеком, которым принимает в нем участие, является Гоша Крио. Новый саунд для нас. Послушайте. Интересно воспринимать любую новую работу, новый трек. Как говорится, Listen Up, Москва. Проект Overturn. Вещь называется Шиноби.
Джон Би, Рэй Кит, Голди. Эти и многие другие группы в программе «Шторм». Следующий трек «Logical» называется «Twisted Soul». В программе «Шторм» очень много сегодня русской музыки. Динамит FM. С вами ассоциация Storm Crew и АК-47. Еще раз напоминаю, что в эту субботу, 26 июня, Make Summer Party, 12 часов драм и бейс музыки, с 6 вечера до 6 утра. В клубе Депо 2000. Находящимся по адресу Новосущевский переулок, дом 6, метро Новослободская, Лесовеловская. Мощнейшее клубное мероприятие, летнее клубное мероприятие. Оу, я. Logical Twisted Soul. Trace with the Storm Crew, big up and respect from London.
Clayford and big up Storm Crew. Проект, точнее человек, Вектор Бёрн из Новой Зеландии, музыкант. No Future называется трек. We'll be right back.
Музыканты из Санкт-Петербурга. Спектрата и Бес. Вещь называется «Патетика». VIP-ремикс за вертушками DJ Profit. У нас в студии Back to Back. Еще раз напоминаю для всех желающих получить флеера на 26 число. С флеером код 250 рублей, без него 300. Метро Маяковская. Завтра ровно в 19:00. Не забудьте себе взять и другим отдаться.
Bet Market, and you're in tune to the Storm Crew. До свидания. Очень хорошо уже известный всем ремикс Кемаля на проект Bulletproof, Скетчи Тесс, Sign It Records.
Ну что ж, огромное спасибо всем, кто сегодня слушал нас, и также гостям моим, которые были сегодня в программе «Шторм». Это Profit и Logical за бэк-ту-бэк, за очень знатный бэк-ту-бэк. Их музыку вы услышите в эту субботу. Где? Где вы услышите эту музыку? В депо. В депо 2000, и в эту субботу вы будете на акции Make Summer Party. 12 часов драм энд бейса с 6 вечера до 6 утра. Напоминаю, что завтра в 19.00 возле памятника Владимиру Владимировичу Маяковскому, метро Маяковская, вы получите свежую долю флэров на душу населения. Ну что ж, мы с вами прощаемся до этой субботы. Депо 2000 находится по адресу Новосущевский переулок, дом 6, метро Новослободская, Лесовеловская. Всем счастливо. На прощание чисто проект из Магадана, Subwave. Трек называется The Visions. Всем покеда!